Всем привет! Сегодня идем гулять, естественно же, в очередной раз. В общем, что покажу, совсем не знаю, но что-нибудь покажу. Это, наверное, тут уже мои такие обычные слова, потому что сама не знаю, что увижу. В общем, все. Всем чао-какао. Опять в тайской кофейне. Вот, ой, не могу. У них тут везде журналы лежат. Я тут, конечно же, зацепила инстайл тайский. Посмотрите, какое крутое платье. Я хотела вот показать. Тут все, конечно, круто. У нее и прическа сделана, подобрана, и все. Тут спинка классная, и топ, лиф классный, и юбка вообще. Это просто крутяк какой-то. Гляньте, такое растяжка цвета, и цвета просто, оттенки, все супер круто. Так, и вот такие же она тут колечки напялила к этому делу. Наверное, не видно нифига. Ну, короче, а кто это вообще? Что это за дама? Что-то такое вот знакомое ее лицо. Я не могу понять, вспомнить, где я ее увидела. Вообще, платье бомба просто. Лучшее, что я видела за последние несколько лет. И вот еще страница про красные губы. Очень мне нравятся красные матовые губы. Это просто крутяк смотрится. Ну, конечно, желательно с белыми зубами. Вот тут девочки все. Кто с темными глазами, кто с нюдовыми глазами. Ну, все с матовыми красными помадами. Чуть тут отличаются оттенки. Вот этот более такой темно-бордовенький. Более оранжеватый. Ну, и, конечно же, вот эта вот красотка. Как всегда, просто все супер идеально. И у нее брови просто такие крутецкие. Не могу. Всегда идеальные. Такое вот здание. Конечно, не супер прям пик фантазии, но тем не менее какой-то дизайн присутствует. Они тут частенько заморачиваются по поводу дизайна зданий. Есть, видела, такие как бы прикольненькие, но... Дело в том, что в основном это когда мы едем где-нибудь. Представляете, в таком месте жить. Вот. Такое вот, особенно вот этот балкон. Там сейчас не видно, но такое все старье. Это просто. Вот. Ой, я не знаю. Мы поднимаемся. Переходной как бы мост такой здесь. Сейчас я. Кто-то же живет или как-то пользуется же этим. И такой кактус растет в катке. Ой, не могу. И вот еще, пожалуйста, тоже все обшарпанное. Да. Провода, про которые я часто говорила, наверное, уже. Да, блеск и нищета. Микромакаруны. 49. Совсем микро, видите, по сравнению с его рукой он вообще как большие пуговки. Уважает Макдональдс. Никак не могу понять людей, которые питаются в Макдональдсе. Ну, все люди разные, мнения разные. Кстати говоря, они вот в разных одеждах, коричневой и в такой песочной. Дерево такое. Знаете. Вообще прикольно. И листья пожухшие. Чуть-чуть. Интересно, что это такое. Дайте хоть что-нибудь, это называется. Девочки, иду сейчас вот в этот магазин, называется Beauty Room. Короче, вообще, знаете, какой он длинный?
во-первых. Во-вторых, все это что-то прилавки. Короче, смотрите, вот, допустим, на этом раз, два, три, четыре. Четыре представлены фирмы. С оборотной стороны столько же, а то, может быть, и больше. Короче, раз, два, три, четыре, пять. Как бы пять сторон получается, потому что вот два корнера с каждой стороны, и которые у стены. Вот это вот раз, два, ну и там дальше. Вообще, чего только нету, и Эльф, и Козе, и Кейт Токио, и Мэйбелин, и Wet n Wild, и Клио, и LA Girl. Короче, все тут. Катрис, Эссенс, в общем. И очень много японской и корейской косметики, ура. Ну вы поняли, да, я тут до следующего утра. В общем, заказали пиццу, ну, конечно, вообще, я в шоке просто. А, в одном месте тоже пробовали, была вообще суперская, прямо итальяну, можно сказать, пицца. Очень вкусная здесь просто, вот здесь, знаете, тайская пицца. Какой-то острый соус и еще сосиски положены, какие-то вот с их вот этими специями, с привкусом. Я, конечно, вообще в шоке. Короче, не буду я это есть. Прямо вот вообще ужас. Когда особенно хочется есть, это вообще такой облом. Гляньте, совместная аэробика, просто миллион народу. Ой, кадры не могу. Куча бегунов, прям как в Голдкосте марафон. Знаете, сколько? Кто бегает, кто занимается ходьбой, я не имею в виду вот этих школьников или кто это тут. Ну, короче, спортивные людишки. Пробуем тайские пончики. Я знаю, что это ужасно все и вообще нифига не полезно. Но вот мне вот интересно, вот тут у них такая начинка. Видите, вытекает. Я хочу попробовать вообще. Так. Какой бы взять? Вот это вот. Я его сняла. Майка. Вот такой мальчик. Он совсем маленький. Не знаю, наверное, 150 сантиметров роста. Такие взяли. Вот он мой страшный. Так, сейчас я его попробую. Вот внутри такой крем. Вкусненько. Чем пончики? С жиром на жопе.